Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас 13 день, и я забираю 325 бабочек. Это, кстати, очень круто. Потому что бабочки мне нужны, и вы сами знаете, зачем. Я хочу себе приобрести нового дракончика. Так, ну что, давай, наверное, посмотрим, что у нас тут. Дрова, кстати, отправляем. Один из подписчиков пишет мне в комментариях: Рэй, когда ты прокачаешь ветрокрыло, чтобы он собирал тебе по два металла? Я тебе отвечаю: я бы давным-давно его прокачал бы, если бы мне не нужно было еще остальных драконов 85 уровня. Понимаешь, этот у меня прокачанный, поэтому я его пока оставил в покое. И прокачиваю других, потому что, насколько ты знаешь, мне нужно 10 драконов 85 уровня. А в данный момент у меня только четверо, это шестерых драконов еще нужно сделать. Вот поэтому я его и не прокачиваю дальше. Так, ну что, давай посмотрим, как у нас тут сарделька. Понятно. Почему-то я нисколечко не сомневался. Понемножечку, ребята, понемножечку прибавляется шанс к успеху. Но, как по мне, так это еще слишком очень долго. И также, друзья мои, я не могу понять, как бы вам сказать, что вы хотите. То вы мне пишете: Рэй, разнообразь контент, давай что-нибудь другое поиграем. Начинаю что-то другое играть, вы пишете мне: нет, давай вернись к старому, это нам не нужно, нам не интересно. А что вам тогда нужно, ребята? Я никак не могу врубиться. Мне, например, тоже иногда надоедает все одно и то же. Мне хочется посмотреть, например, новые игры, причем их очень много и очень прикольных. Как бы зачем заострять внимание на чем-то уже далеко-далеко заезженном, так скажем. Надо немножко отдохнуть от тех игр, да? И уже потом, спустя какое-то время, можно определенно вернуться и продолжить и с еще большим энтузиазмом. Так что, ребята, вы уж извините, но я как играл в разные игры, к тому же я делаю обзоры на них. То есть, а вдруг кому-то понравится? Вдруг кто-то захочет поиграть? Может быть, он искал такую игру похожую? И тут на тебе, он натыкается на мой видосик и смотрит геймплей и говорит: меня она вполне устраивает, и все. Скачивает и играет. Так, подожди-ка, тут чего-то не хватает. 120 миллионов древесины нужно. Так что, ребята, вы уж не обессудьте, но новые игры у нас будут. А если вы пишете, поиграя в такие игры, как типа похожие по тактике, типа как Юрский парк, да, или Черепашки-ниндзя, так вы, ребята, мне пишите тогда хотя бы приблизительно в комментариях, какие есть игры похожие. И тогда мы обязательно с вами посмотрим их. Потому что я сам запарюсь их искать по всему Рунету нашему. Так, ну что, давай мы этого Ханорика отправим. Нам нужна древесина. Нам очень нужно много древесины, друзья мои. Просто жуть как много. И также нам нужен металл. А металл, чтобы, ребята, искать, нужно опять же древесина. То есть замкнутый круг у нас получается с вами. Понимаешь? Ни туда и ни сюда. И без металла никуда, и без древесины никуда. А этого у нас, как говорится, очень-очень мало всего. Так, ну что, у меня в академике там... Ох, как они долго учатся, друзья мои. Как они долго прокачиваются, а? Ну что, покормить. 108 миллионов рыбы нужно. Ты представляешь, это только... Вот чтобы один раз ему, ребята, дать, это столько нужно в него втюхать рыбы. Так, ну что, у нас сегодня события, ребята. Я надеюсь, мы, наверное... Сколько там осталось? Оу! 22 часа, друзья мои, осталось до закрытия этого события, поэтому... Что? Поэтому нам нужно как-то, я не знаю, сегодня поднажать и попробовать пройти. Давай, наверное, сразу же с него и начнем. Потом уже там с тобой заберем. И паки откроем, и все остальное. Как говорится, не будем с тобой терять здесь время. Так, ну что у нас тут? Ага. Змеевик и сородич ветрокрыла. Иди ты в пень. Опять же, как мы видим, три волны здесь. Хорош пугать меня тут. Так, нормуль. Ну, этого мы с тобой ушатаем, да. Получил он свое. Так, и теперь вот этот вот сородич. Зеленый ветрокрыл. Я его так буду называть, потому что он зеленый. И потому что он сородич ветрокрыла. А ну-ка давай сюда вот так вот, хоп. Нормуль. Укусик. Так, что он будет делать? Какая у него ульта? Ох ты! Он загоняет всех в сон. Барсика не загнал. Так.
Слушай, нам нужно хильнуться тогда, получается. А мы не успеваем, да? Ладно, переходим с вами на вторую волну. Ну тут ясен перец, ребят, сразу нужно вот этого бомбить. Скалотряса. Тут уж никак не забаловать. Давай сделаем так вот. Хильнулись, отлично. Так, водорез бомбит, а мы с тобой продолжаем мучить скалотряса. Вот двойной укус у него, конечно, очень мощный. Так, барсик. Отлично, и еще делаем отхил. Так, водорез, что он будет? Кого-то, наверное... Нет, я думал, он будет блочить. Но он почему-то не стал этого делать. Да, и мы с тобой успеваем его разобрать. Так, переходим с тобой на третью волну. Ё-моё, а вот и сам ветрокрыл и костолом. Так, вот это вот интересный вопрос. Я, наверное, знаешь, как сделаю? И я буду бить ветрокрыла, а брать вот так вот. Ну, ты понял, зачем, да? Чтобы он мне помогал его бомбить. Тем более, он красный, по зеленому наносит удвоенный урон. Так что это в наших, как бы, интересах. Правда, он успевает подхиливаться. Может быть, броню ему снять? Если я сниму броню, я на следующий ход не смогу, ребята, хильнуться. А мне нужно будет хиляться. Так, давай. Ну, молодец, красавчик. Так, он ульту, что ли? Ёлки-палки, ребята, он, тут уже не до шуток. Он может применить ульту, поэтому отхиливаемся. Если мы отхиляемся, то, скорее всего, этот будет делать разбег. Скорее всего, ребята. А если этот не будет делать разбега, то этот сделает заморозку. Мы, короче, с тобой... Короче, я делаю вот... Нет, я все-таки сделаю... Твою налево. Давай вот так вот. И вот так. Пускай этот делает свой разбег. Он, наверное, штормореза, конечно же, уничтожит. Ага. Ты без разбега, да, парень, оказывается? Ты у нас, по-моему, огнеплюй, насколько я помню. Да. По-моему, он плюется огнем. Это у нас же костяной костолом, да? Как его там величать-то правильно? И добиваем. Все, ребят, отлично у нас получилось. Никто у нас не погиб. Все идеально. Крутим колесо, получаем награды. И это у нас древесина. Ладно, 75 миллионов древесины, это тоже, ребят, неплохо. Тем более она мне нужна. Так, наездников у нас нету. Мы с тобой забираем 1000 янтаря. Что тоже очень хорошо. Так, ну что, идем на поединок. После этого у нас будет доступно 100 рун. Все-таки придется нам с тобой делать откаты сегодня. Как ни крути. Иначе мы не успеем пройти. Так, кто у нас тут? Ага. Криво-крив, по-моему, да, его величать? Да-да, это именно он. Поехали. Ага, смотри-ка, здесь две волны. Интересно. Кто тогда нас будет поджидать на второй волне, если на первой такой хлыщ легенький? На! Так, ну что, великолепная троечка, да, я смотрю здесь. И все зелень. Все зелень, друзья мои. Так, начнем, наверное, вот с этого. С костолома. Хиляться нам нужно. В принципе, нужно, но не критично. Давай, наверное, так сделаем. Укус. Ну и сейчас, естественно, они начнут тут потихонечку попытаться нас разобрать. Но у них фиг что получится. Ох ты! Как же ты меня нервируешь, а? Как ты меня нервируешь именно тем, что ты своим фаерболом очень мощно атакуешь. Так, вот теперь сидим и думаем. Наверное, будем разбирать все-таки зеленого, да? Ветрокрыла? Да ты... Нет, 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 ребят, будем разбирать вот этого, наверное, все-таки. Что-то мне не нравится, как у нас тут вообще идут дела. Так, укусик. Сейчас они опять тут вдвоем сходят. Это еще нормально. Не критично. А это сейчас опять фаербол, да, свой? Нет, просто, оказывается, он сделал удар. Так, ну что ж, давай. Куда это? Мои драконы-то исчезают. Эй. Я их просто не вижу, ребят. Тю! Со скоростью пули просто-напросто атакуют. Так, секунду. Сейчас, сейчас, сейчас мы его, ребят, прожарим. Я, наверное, знаешь, что сделаю? Я не буду рисковать. Я повешу на него слепоту. Да? Вот под слепотой мы его как раз уже и будем нормальненько с тобой разбирать. Видишь, что он сделал? Я так и думал, что именно такую пакость он и придумает. Поэтому слепоту и повесил.
Хоть бы я мог и отхиляться, но поверь мне, это было бы невыгодно. Ну, все. Отлично. Еще один, друзья мои, поединочек мы выиграли. Ну что ж, давай глянем, что нам здесь достанется. Да ладно, прилив сил. Ну что же, это радует. Прилив сил никогда не бывает лишним. И забираем с тобой 100 рун. Так, и переходим на мини-босса. На мини-босса, после которого мы получаем пак. Тут у нас пошли сплошные паки. Поехали, вперед. Ну, мини-боссики, сами понимаете, да? Усиленные драконы. Вот какие именно? И сколько волн? 3 волны. Так, нас дымодышащий тут вместе с громорогом встречает. Хм. Хорошо. Так, успокойся, успокойся, малыш. Вот всегда начинается понижение брони, а? Просто на постой он это делает. Так, Барсик, давай его немножко там прошуруди. Кого он будет атаковать? Наверное... Ага. А зачем ты тогда вот этому понижал броню? Объясни мне, пожалуйста. Нету логики у него абсолютно никакой, ребят. Так, ну мы, естественно, с тобой захиливаемся. И начинаем бомбить громорога. Наверное, со второй волны уже будет, ребята, мини-босс какой-нибудь. Мне так лично кажется. Поэтому мы сейчас... Давай, наверное, сделаем вот так вот. Укус и добивка, да? Отлично. Ну что же, вторая волна. Тут у нас кто? Я смотрю, два престиголовых стоят. И плюс ко всему здесь стоит водорез. У-тю-тю-тю. Давай, наверное, или так сделать лучше. Или вообще повесить слепоту. Вот как ты считаешь? Я, наверное, повешу, ребята, слепоту. На кого? Скорее всего, на водореза. О, нет. Нет-нет-нет-нет. Ни о какой слепоте, ребята, и речи быть не может. Нифига себе. Вторая волна у меня уже... Блин, у меня уже здоровья нету. Да, что-то тут, конечно, нас круто начали хомутать. Так, отхил пока не нужен. Давай добьем одного гаврика. Так, водорез. Блин, он еще и понизил броню нам. Так, ладно. Это мы как-то пережили с тобой. Поехали. Водорез меня нервирует здесь. Так, атакуем. Теперь, наверное, хильнемся. Хильнемся. Ну и, естественно, будем пытаться... Да ты посмотри, как он бомбит, а? Уклонение сработало. Ну что, все, Гаврюша? Получи и распишись. Так, ну а теперь возьмемся плотненько за пристеголового. Так, он что-то там пытается барахтаться. Ну, я думаю, шансов у него здесь нету. Так, укусик и... Блин, только не надо фаербол делать. От жучара. Ну что, друзья мои, последняя волна. И где здесь мини-боссики? Это водорезы, ребята. Мини-боссики здесь водорезы. Это плохо. Это плохо. Они же мощные. Они сейчас будут понижать нам броню. Уклонение, надо же, сработало. Ух, это было больно. Хотя бы одного сейчас с тобой попробую забомбить. А что ты делаешь? Ага, ты как этот, громорог атакуешь. Все-таки, ребят, я должен добить. Так, хильнемся. И опять два этих ходят. Ой-ой-ой-ой, вот это плохо, ребята. Да. Барсика как бы не потерять нам. Смотри, что творит, а. Раз, два. Так, хилочка. А почему? Блин, скорее всего, мы потеряем Барсика, ребят. Да. Мы на равных. 2 на 2. Но у меня все-таки, мне кажется, преимущество есть перед ними всеми, перед этими гавриками. Все, теперь он в меньшинстве. Главное, мы с тобой смогли победить вот этих мини-боссов. Именно двух водорезов. И теперь разбираем с тобой спокойненько. Да. Отлично, ребят. Посмотрим, что нам здесь выпадет с тобой. Рыба. 175 миллионов. Ну и, естественно, мы с тобой забираем еще и пак. Ко всему прочему. И у нас энергии становится... Да, у нас, ребята, одна энергия останется. А боев у нас с тобой... Так, открывается сразу, да?
Так, кошмарный пристиголов. Это шипорез, крылатый ужас. И все. Поехали. Раз, два, три. Три поединка. Вот как вот нам, ребята, здесь. А у нас всего две энергии. Блин. Придется все-таки покупать откат. Хоть я не хотел, но придется. Так, ну что ты там елозишь? О, хорошее начало. Начинается, ребята, с промаха злобного змеевика, поэтому он за это, естественно, поплатится. На! Скрита, ребят, с одной плющики мы его вынесли. Так, вот здесь уже немножко посерьезнее команда, потому что скалотряс. Конечно. Давай-ка мы, наверное, вот так вот с тобой сделаем. Так, ты, надеюсь, не будешь тут рыпаться? Нет. Так, кусаем. Он сейчас что-то сделает. Угу. Он усилил себя, но это зря. Он не успеет даже воспользоваться этим усилением. А мы с тобой должны захиляться. Отлично. Начинается, короче, у пристиголового бзики очередные, он начинает свои фаерболы подключать. Да, давай выносить его. Так, и у нас с тобой последняя волна. Естественно, начинаем с водореза. Именно с него надо начинать, ребята. Бомбанем. Так, сейчас мы получим с тобой ответочку. Не надо мне трогать, пожалуйста, кривоклыка моего. Нет, они все равно, ребята, именно его бомбят. Прикинь. Минус водорез. Теперь хиляемся. Кусаем. Так, а что он, интересно, делает при полной шкале энергии? Что у него за суперудар? Помнит кто-нибудь? Я вот лично не помню. И у нас, по-моему, есть шанс увидеть всю его мощь. Ага. Бьет хвостом. Понял. Ну что же, очередная победа. Давай что-нибудь путевое только. Угу, древесины. Маловато будет, 25 миллионов-то. Очень мало для меня. Так, ну что, у нас последняя энергия, которая доступна. Ну фиг с ним, одну можно приобрести. Я думаю, ничего страшного, да? Потратим с тобой сколько там, 68 этих, как они называются, скажи мне, рун, но зато пройдем это испытание. Так, здесь, наверное, с кревета я начну. Наверное, ребят. Хотя вот этот меня тоже напрягает очень сильно. Так, этот что, нифига ты, парень. Давай-ка без всяких там усилений. Надо его кромсать. Я просто помню, что он какую-то пакость очень сильную делает. Ох ты какой кусак, а. И этот еще туда же лезет, а. Блин, ребят, нам придется лечить. Иначе этот, если фаербол. Хотя какой фаербол? У него нет энергии. Ладно, ничего страшного. Залечились и залечились. Так, я его могу просто... Во, вот так вот сделаем. Так, а теперь кревет. Кревет, оказывается, тоже у нас, ребята, под усиленной атакой находится. Ё-моё, сейчас будет вжаривать. Ты посмотри, а. Чё вытворяет? Я тебя понял. Давай добивать тогда. Ну, а теперь и гром... О, сейчас, ребята, он сейчас... Вот сейчас он точно, ребята, сделает свой фаербол. 100%. Видишь? Вот так вот. Ну, слава богу, я не стал тратить, ребята, удар у этого на понижение брони. Я оставил специально для того, чтобы отхиляться. Это только первая волна. Да ты заколебал, ну серьезно, что ты так... Лютуешь-то, а? Друзья мои, вторая волна, кто у нас тут? Угу. Блин, и они ходить все будут, да, первыми? Ух, так, я думаю, что, ребята, нам надо сделать, наверное, вот так вот. Хильнуться. А чё так мало здоровья? Это... Почему ты так мало себе восстановил здоровья? Объясни мне. Оу, щит, я думаю, ребят, мы потеряем, скорее всего, с вами. Но это не точно. Это не точно, ребят. Может быть, даже все у нас и получится. Так. Все-таки все равно, да? Кто из них опаснее? Наверное, вот этот вот. Хотя этот фаербол им жарит. Даже не знаю. Могу его сразу нахлобучить, ребята. Сделаем так с тобой.
Лишь бы не попасть под... Оу, щит. Вот именно про это я говорю. Лишь бы не попасть под суперудар. Я попадаю под него. Так, давай хильнемся. Великолепно. Так, и добивать будем сейчас его. Последняя, третья волна. Ого-го, шепот смерти. Ой, ну да, шепот смерти. Громобой и ветрокрыл. Великолепная компашка тут собралась у нас, если честно. Блин, я не буду, наверное, тратить. Как быть-то? Ну давай, наверное, так сделаю. Так, сейчас будем смотреть, ребята, кто кого будет атаковать. Это зеленые, это не красные. Они по атаке не очень сильные, но все равно неприятно. Видишь, что творит? Эй, а с какого припуга ты опять-то ходишь? Стоп. Блин, срочно хиляемся, ребят. Потому что, ну, ты сам видел, да? Что кривоклык у нас с тобой просто в огромной опасности. Вот. Вот можете бить, у кого много здоровья. Я не возражаю. Только не трогайте моего кривоклыка, пожалуйста. И вот сейчас будет самое бесявое, ребята. Кто-то из них будет сейчас делать супер ульту. И кто это будет? Мне кажется, это будет ветрокрыл. Ну, хотелось бы, чтобы... Нет, это будет, скорее всего, делать он. Да, ребята, он потратил немножко энергии, и это очень круто. Слабые, конечно, у нас удары. Но, а чё я волнуюсь, ребята? Мы сейчас будем с вами делать элементарно. У нас же есть кривоклык, который вешает слепоту. Верно? Верно. На слепоте мы его как раз-то и раскрутим по полной катушке. Давай, давай, чё там? Все. Победа здесь уже, ребят, за нами. Это все решено. Нет, не будем мы с собой тратить. Потому что, ну ты видишь сам, здоровье отнимается у него очень медленно. И я не успею накопить до следующей, если потратил бы, например, на понижение брони. Видишь, что делает? А если бы не было бы слепоты, мы бы сейчас втюхались бы по полной программе. Так что просто кусаем. Просто кусаем, а именно... Кривоклык вешает слепоту. Да, это намного медленнее, но зато, ребята, эффективнее и безопаснее, поверь мне. Уже мы, как говорится, на этом не одну кошку съели, как говорится. Так, давай, поехали сюда. И добивка. Все. Побед за нами, но еще один бой впереди. Ну-ка, улыбнется мне фортуна. Да, улыбнулась в виде 175 миллионов древесины. Ладно. Ну что, мы с тобой забираем еще один пак. И, видимо, мы его открываем сразу же, да? Да, он сразу открывается. Содержит элитных. Ужасные чудовища. Лаварык, древоруб, громоль и крылатый ужас. И водорез еще ко всему. Вострозуб. Ребята, барс и вепрь. 81 карточка у нас. Так, ну что, у нас с тобой последний поединок. Сколько надо? 65. Ну, придется потратить. Нам нужно пройти сегодня, верно? Верно. Так, ну что, погнали тогда. Кто у нас здесь? Ага. Две волны, ребята, две волны. И начинаем. Тихо ты. Блин, вот с кого? Наверное, вот с этого надо. Попробуем вначале его разобрать. Потому что он красный, у него атака будет просто зашкаливать. А потом, наверное, как-то с этими надо будет разбираться. Так, понижение брони, наверное, не будем пока трогать с тобой, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, фаербол! Блин. Так, нам придется с тобой захиливаться. Нам придется захиливаться, вот так вот делать. Иначе не выстоим. Так, ну что, будем... Давай, наверное, вот так сделаем. Отлично. Так, отвали костолом. А этот сейчас опять будет, да? Твою дивизию ты запарил. Так, теперь он в кривоклык закинул. Все, мы его уничтожили. Ребята, остался костолом. Один на один мы с ним. Так, разбег пока у него еще не светит, да? Окей, тогда просто будем его разбирать.
Вот она. Вот она, ребята, слепота. Начинается. Вот его пошли плюшки-фишки. Но нам, как говорится, это уже не страшно. Зачем я это сделал сейчас? Твою налево. А хотя смотри-ка, мы при пониженной броне очень хорошо его атакуем. Да, и мы его разберем. Так, давай ее так сделаем. Все, ребята. Тьфу ты, все, какое все. У нас, оказывается, еще бой. Что-то я поспешил, елки-палки. Как бы мне это не аукнуло сейчас, а? Нет. Надо срочно, ребята, хилять. Срочно просто. Вот как тут быть, а? Вот как тут быть? Блин. Вот, друзья мои, я даже не знаю, что делать. Давай, наверное, все-таки так сделаем. Будем пытаться уничтожить одного из шепота смерти. Хотят разобрать, да? Или что? Я не понимаю, что они хотят сделать, друзья мои. Какая там у них логика? Блин, понизили мне, понизили атаку. Если мы хотя бы с одним разберемся, нам уже будет попроще. Да вы задолбали, ты посмотри, они один за другим ходят. Без остановок. Так, минус один, отлично. Так, теперь что мы с тобой, наверное, сделаем? Вот так вот. Понизим броню и, ребята, будем его бомбить. Усиленно. Раз. Так, ты что будешь, наверное, сюда бомбить все-таки соберется, да? Нет, он еще и промахнулся. Ну и круто. Давай так сделаем. Энергии у него нету. Добиваем. И шепот смерти остался. Он всего лишь здесь напросто один, друзья мои. У нас преимущество просто огромное против него. Наверное, мы вот так вот сделаем. Да. Что он сейчас придумает? Да будет просто атаковать, и все, ребят. У него много вариантов нету. Просто атаковать. Энергию я вряд ли ему дам накопить. Потому что мы его к этому моменту уже уничтожим. Ну, что ты там пыхтишь? Он промахивается. И все. Все, друзья мои. Испытание пройдено. Сейчас посмотрим, что нам здесь выпадет. И это опять древесина. 500, это максимальное количество дерева. И забираем с тобой пак. А что там за пак такой интересный? Ну-ка, покажите мне его. Что там написано? Отлично. Нам нужно поддерживать запас ресурсов в драконьем краю. Вот, это вам. Содержит героических. Плюс 7 карточек. Так, крылатый ужас, пристиголов, кревет, водорез, громорог, громыль, громобой, кривоклык 5, и еще должно быть на кого-то 2. Ух ты, беззубик. Ничего себе, ребята, игра закрыл. Тройной удар. Одна карточка. Так, ребята, кто там у нас выпал? Точнее, не выпал, а прокачивается. Беззубик. Конечно же, беззубик может прокачаться сейчас. Так, душитель, костолом, шторморез, громобой и все. Давай следующий поставим с тобой на открытие. Так, заходим в мои драконы, ищем нашего беззубика. Вот он. И улучшаем. 10-й, ребята, у него разряд. Круто. Круто, но слабенький он еще пока. А кривокрив, как ты видишь, ребята, должен получить какой? 24-й уровень. А я его, по-моему, не прокачиваю. Ну да. Кошмарный пристиголов. Его, в принципе, можно будет улучшать, улучшать. Но там, видишь, ага, во. Это он получает только лишь 8-й разряд. Так, 9-й. И нужен 51-й уровень, чтобы прокачивать, естественно, дальше. И здесь нам нужно тоже 51-й уровень на барсика и вепря. Погоди-ка секунду. А, ну тут то же самое, ребят. И с громелем, и со змеевиками, потому что они не прокачиваются. Ну что, давай посмотрим, что нам принес беззубик. 5 миллионов древесины. Спасибо тебе большое. Вон там, кстати, яйцо. Но я отказываюсь от него.
И отправляю беззубика дальше на поиски. На поиски. Так, секунду, подожди. Мечекрат, где он? Вот. Долго мы, конечно, его ищем. И все никак не можем его найти. А почему ты у меня просто так стоишь, парень? Хотя мы можем его, да-да-да-да-да, именно за железом отправить. Так, костолом, иди. Шурши, так, здесь... Подожди, а разве мы не получили с тобой 1000 янтаря? А, я его, наверное, еще не забрал. Ну да. Вот мы забрали тусклый янтарь и теперь ставим с тобой. Так, ну что у нас там по событиям все? Больше ничего нету в ближайшее время? Нет. Кто-то мне сказал что-то зайти на почту и забрать. А что я тут, ребят, заберу? Ничего же нету. А вы говорили, что в течение там 7 дней тебе будут даваться какие-то награды. Нету, ребят, никаких наград. Вам, наверное, показалось. Так, ну что, заходим сюда. Так, здесь-то что опять у нас? 250 рун. Это все понятно. Так, 298 у нас с тобой монет Одина. Кто-то сказал, что классический набор или какой-то, или вот этот вот. Подожди, а что у нас в классике? Давай посмотрим, что он может содержать. Убивашка, слюня, зевун, ночная жуть, шелкопряд и дрожжезуб. Ну, ночная жуть, шелкопряд и дрожжезуб у меня есть. Я больше уверен, что именно эти карточки мне выпадут. Ну, одна из них. Поэтому я, наверное, не буду рисковать. А вот что у нас здесь за набор сокровища? Что здесь может выпасть? Вот что хочешь, так и понимай, ребята. 100%? Что 100%? Тут могут разные ресурсы выпасть. От яблок, рун, шестеренок и так далее. Поэтому я... Ну, не рискну, ребят, потратиться. Так, давай-ка мы с тобой просто возьмем пак, откроем, посмотрим. Так, монетки Одина. Угу. И сама начиночка. Крылатый ужас, шторморез, шепот смерти и ресурсы. Так, теперь давай рекламный глянем. Где вот у нас? Вот он. Монетки Одина. Так, и пак. Крылатый ужас, ловарык, водорез. И все. И пошли руны. Хоть мало, но все равно, ребята, приятно получать руночки. Что у нас там зеленая тень? О, треска плюс тусклый янтарь. Иди дальше там, рыской. А мы идем к следующему. Так, какая-то печатка непонятная. И опять же, тусклый янтарь. Так, ну что, друзья мои, давай заберем здесь награды. А что у нас тут на обмене, я не понял. Ага. Ничего себе. Крыло страж, вот это круто. Легендарное, чего нам не хватает, ребята? Нам очень много чего не хватает. Особенно вот этих вот. Я даже не знаю, как их назвать. Ну и насколько я помню, ребята, именно этими штуками достают очень крупную рыбу из воды. Цепляют ее и как крюком вытягивают. Так, здесь нам не хватает вот этих штук, да, и рыбы. Тогда мы с тобой получим сердцегрей дикарь. Такого вообще у меня нет, ребят. А здесь нам не хватает вот это что такое, где это взять? Громорог отпрыск. Но он у нас есть, как бы. Так, и экзотическая громоножка у нас тоже есть. Вот этого я никак не могу получить, сладкую смерть защитник. Все... Из-за шестеренок. Но шестеренки у нас добываются только хорошо в одном месте, ребята. Это в защите Олуха. Там можно нарваться на хороший куш. Так, ну что, а здесь мы с тобой забираем тусклый янтарь. Тусклый янтарь. Давай, давай, забираем. Плюс 30 бабочек выпадает нам здесь. И еще 50. То есть, ну, грубо говоря, соточка, да? Надо будет глянуть, сколько у нас, ребята, вообще. О, и еще тут 65. Ха-ха. Так, если я теперь гляну, сколько у нас вообще бабочек. Ребята, почти 9000, почти. Я не знаю, сможем ли мы с тобой за неделю набить 1000. Даже тут, ребята, 2000.
2000 бабочек. Как-то, блин, тяжеловато, мне кажется, будет. Но попытаться все равно нужно. Так, мы здесь с тобой обмен делали уже, нет? Видишь, как все дорого стоит, елки-палки. За руны, естественно, за руны я не буду это все менять, ребят. Можно это, как говорится, и на яблочки поменять. Да? Но для этого нужно время. Чтоб тебе фартануло, чтоб тебе выпало это. Так, иди тренируйся. Так, подожди. Нам не хватает железа, да? Вот если мы его прокачаем, у нас будет уже сколько там? 5 драконов получается, да? А интересно, кто-нибудь может отправиться за металлом? Так, погоди-ка. Вот здесь, по-моему, кто-то может, да? Нет, не можешь. А ты? А вот ты можешь. Так, вернись на базу. Блин, дерева не хватает. Ёк-макарёк, а. И дерево у меня как... Подожди-ка. Ну тут всего лишь 21 миллион, ребят. Этого мало. Не получится. Тогда пускай идет, добывает древесину. Ну что, пойдем, наверное, сходим с тобой на арену, я так понимаю. Надо еще 30 бабочек, шикарно. Нам нужно с тобой забить паки. Ну и заодно получить пак вождя. Сколько нам тут нужно? В общем, сложности нужно выиграть всего лишь 6 раз. И тогда будут у нас наградушки, как говорится, в кармане. Так, криво-крив. Так, тихо. С прихвостня, наверное, начнем. Я думаю, да? Это будет логично. Ах ты, гаденыш. На-ка, в ответку. Кусаем. Но не уничтожили пока. Так, сейчас они сходят вдвоем. Потом барсик мой бомбанет. Естественно, добьем с тобой прихвостня. Вот так вот сделаем. Слушай, он хорошо разбирается, да? Барсика мы с тобой потеряли. Это однозначно. Тут неизбежно было все это дело. А зачем я... Вот скажи, зачем я сейчас применил хил, если у меня были все эти драконы целехонькие? О, начинается. Начинает, друзья мои, он издеваться над нами. На тебе. Задумался, да? Уклонение, отлично. Получи. Е! Скрита уничтожили его. Так, здесь у нас... Ага, пристеголовый. Плюс барсик и злобный змеевик. Попробуем по моей тактике пока поиграть. Смотри, что делать, а? Да хорош, вот как начнут... Вот я говорю, ребят, как начнут кого-то одного штамповать. И до последнего бомбят. Как неугомонные. Естественно, барсика сейчас будет бомб... Ну, видишь сам. Так, мы все-таки опередили немножко с тобой. Плюс... Я, наверное, пока не буду здесь ничего тратить. Скорее всего, барсика мы с тобой уже потеряем. Так оно и получается, да? Ну, что ты там? Фаерболы свои, да, запулял? Сделаем вот таким вот образом. Какой ты жесткий, а? Кривоклык, если кританет, так кританет, да? Ой. Ну-ка. Захиляемся чуть-чуть. Вот это да. Перешел на массовую атаку. А мы еще разок. И добивка. Нет, опять отходит. А почему такой шустрый-то? Все, ребят. Ну, здесь очень хорошо получилось у нас. Так, здесь, значит, шепот смерти. Шипорез. Я, наверное, все-таки начну с шепота смерти. Всем давно известно, что он самый быстрый именно по применению ульты. И он, кстати, ее сейчас будет применять. 100% тебе говорю, сейчас будет, наверное, елозить. Ну вот, как всегда. Блин, ничего себе он вмазал. Хорош, а этот сейчас добьет. Они же так... Ага, не стал все-таки, да? А мог бы. Этот сейчас... Хм, я удивлен, барсик, ты живучий. Почему у нас с отхилом-то не получается, а? Ну что, барсик, все, наверное?
Ох, как он сейчас вж... Это просто, ребята, везение какое-то. Ну как сказать везение, ребята, я не знаю. Везением это назвать нельзя, потому что справится ли у меня. А почему? А, мы заблокировались. У нас, ребята, я хотел на него слепоту повесить. Слушай-ка, а нам повезло. Ребят, нам крупно повезло, что он не стал делать суперудар. Почему? Потому что вот теперь-то я вешаю на него слепоту. И теперь мы его начинаем бомбить по крупнику. Естественно, ему остается только тут барахтаться в беззащитном положении. Да. Победа. Забираем первый пак вождя и смотрим. Древоруб, шторморез, кревет, крылатый ужас, парящий прихвостень, отпрыск и кривоклык. Кстати, кривоклык скоро, наверное, ребят, у нас прокачается. Ну что, пошли тогда сразу за вторым паком. Как ты видишь, у нас очень плохие выпали паки на открытие, обычные. Давно не было, кстати, редких, а про эпические я вообще молчу. Так, ну что, блин, тут есть два врага очень противных. Что скалотряс, что кревет, но я начну, наверное, со скалотряса. Как бы это не выглядело, да? Немножко странным. Мне кажется, что он здесь все-таки будет наносить серьезнее урон, чем тот же самый кревет. Хотя... Нет, я буду все-таки бомбить. Буду понижать броню, буду уничтожать его. Пока живем. Успели захватить с собой одного. Так, а это сейчас добьет. Ну и повесил на себе еще, ребята, усиление ко всему прочему. Поэтому, знаешь, что нам выгодно здесь будет сейчас делать? Слепоту. Но у нас не получится ее поставить. А знаешь почему? Потому что, ребята, костолом готовится к атаке. Он будет сейчас делать разбег. Плюс под усилением. Ой, хотя нет, смотри-ка. Слушай, ну тогда нам проще. Делаем вот так вот. И сюда. Барсика, конечно, сейчас уничтожит. Ох, ёк-макарёк, ребята, он еще и супер. Да, это было люто. Тут не поспоришь. И нас выручает, ребята, слепота. Так, вешаем опять слепоту. Как у него быстро энергия набирается, а? Ты посмотри. Так, кусаем. Он опять будет сейчас пыхтеть, как паровоз. Мы опять его, ребят, кусаем. Но единственное, что он, наверное, меня сейчас опередит. Хотя нет, ребят, у нас энергия успеет накопиться. Тихо. Ёк-макарёк, ребята. Последний шанс дается нам на уничтожение его. Я так и понял. Раз. И последний. А, ничья, ёлки ты палки, ребят. Ну, я уже вижу кривоклыка, криво-криво. Ну и, естественно, барсик там тоже стоит. Поехали вот так вот. Ну и что-то там. Понял. А мы будем вот этого, криво-криво. Не криво-криво, а клык-крив. Так его, по-моему, величать. Ой, твою ж дивизию. Ну, мы потеряли, скорее всего, с тобой штормореза. Да, неизбежно было, да? И тут мы с тобой будем атаковать барсика. Поехали. Главное успеть. Так, что ты будешь делать? Ничего. Погоди-ка. Может быть, нам взять вот так вот? И попробовать. Ну-ка, посмотрим. Так, уничтожишь его? Да, красавчик. Так, ну а теперь тебя уже начинаем тут мурыжить. Слепота еще действует. И это круто. Вешаем заново. Ну все, он тут уже никуда не денется. Ребята, он в ловушке. Два хода на него действует слепота. Мы за это время набираем с тобой по инициативе именно энергии 5 штук. Даже слепота не понадобилась на второй раз. Ну и последний у нас на сегодня поединок. Опять, ну, громорог. Блин, тут еще и тройной удар стоит.
начну вот с этого. Поехали. Будем бомбить изо всех сил. Тройному удару, ну никак. Ага, он тратится. Он тратится на обычный удар. Так, слушай, харе, харе. Не надо барсика только гасить. Ты прикинь? Вот так вот, ребята, они шустро с ним разобрались. И это еще Громорок не делал баф. Оу, щит. Дело дрянь. Блин, если я потеряю моего кривоклыка, нас тут все, ребят, нас похоронят просто-напросто. Ёк-макарёк, чтоб тебя. Ну-ка, интересно, кто здесь победит? Шторморез или... Знаешь, в чем беда? Зашибись. Он мне понизил атаку, я ему понизил защиту. Бафается. Да, ну-ка, еще разок. Нам главное на ничью не выйти. А что он, он бафается? Его что, запереклинило, ребят? Тогда на, получи. Все, победушка. Забираем с тобой второй пак вождя и смотрим. Шторморез, душитель, ужасное чудовище, громобой защитник, громгильда. И все. Вот как-то так. Ну-ка, что мы тут с тобой... 10 рун. Отправьте драконов в 2 приключения. В плане в 2 приключения. Разве я их не отправляю? Они у меня что, все на прокачке, что ли, стоят? До сих пор находятся. Наверное, так оно и есть. Ну ладно, не беда. Ну что, друзья мои. А на этом, пожалуй, я буду закругляться. Буду закругляться. Как говорится, поиграли сегодня неплохо. Так, подожди-ка, я могу тебя обучить? О, парящий полетел обучаться. А этого мы уже все, места нету. А, не беда, мы его... Подожди, я хотел тебя... Блин, его нужно обучать, он уже накормленный. Да, так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.